più tra i farfalloni amoroso, notte e giorno d'intorno girano, delle belle turbando al riposo, ma ci sento a doncino d'amor. Всем привет, это проект «Мотиватор», меня зовут Максим. Сегодня у нас будет тренировка по смешанным единоборствам в клубе «Рост». Пойдем пахать. Тренировку нам проведет Илья Мульцин, мой хороший друг. Что мы сегодня будем делать, Илюх? Сегодня... Чем ты удивишь нашего героя? Сегодня программа ММА. ММА, приемы из вольной борьбы, немножко бокса будет, техника. Ну, начнем, как всегда, любая тренировка делается с разминки. С нашей любимой разминки. Да, любая разминка. Разминка очень важна для нас. Обязательно. Завод того, да. Что ты целый уйдешь. Конечно. Ну, задача самая главная, не умереть на разминке. Вот и все. Остальное все пойдет по накатанной, нормально. Suffocate, everything they complicate, everything they steal your fate, every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness. Suffocate, everything they complicate, everything they steal your fate, every day, but you can't believe it. Take yourself far away from nothingness, million miles from emptiness. Продернули. Вот он у вас здесь. Чуть на себя потаскали. А по поводу Андрея, в принципе, парень координирован, вот, для таких вещей, потому что мы отрабатываем технику силовую, я не знаю, как пока качество, потому что мы ее не делаем. У нас идет работа сейчас на технику исполнения, обучение на программы, как делать проход, как защищаться от него будем, и, ну и в дальнейшем по плану. Девчонок у нас немного, вот 2-3 ходят, девчонки по... Ходит уже месяцев 5, ходит, тренируется. Ну, на соревнования пока не планируем. Ну. Что у нас будет дальше? Дальше мы будем учиться защищаться от этого прохода в ноги разными способами. И покажу сейчас, все расскажу. Готовились. Один раунд всего. Всего 5 минут. Я обратно.
Осталась минутка. Последняя минутка. Поиграли. Подаем чуть-чуть животик, можно подольше. Познайте, все. Рыба живой. Нормально. Готов? 30 секунд. 30 секунд. Делай проход, сейчас отрабатывай, немножко заправил, да? Ай, сюда завалил. Нет! Все, ребят, снимаем! Выходим! Тренировка закончена. Илья, что скажешь о нашем герое? Как он себя сегодня проявил? Старался, не старался? Как что техника? Пахал хорошо. Самое главное есть желание, да, прийти попробовать себя проверить в любом направлении. Это огромный плюс, когда в позднем возрасте, 29-30, там старше приходят люди пробовать, это очень круто. Вот. Что по сегодняшней тренировке, все зависит от координации, у тебя понимание схватывает, в принципе, быстро достаточно. Вот. Что-то получалось, что-то нет, но это моменты именно процесса. То есть, если не будет, не будешь прерываться, будешь дальше работать, все потихоньку, помаленьку, все получится. Андрей, ну теперь ты нам скажи свои эмоции, ощущения. Давай я прицеплю, а то у меня руки трясутся. Ощущения вообще от тренировки? Понравилось, не понравилось? Может, тебе что-то ближе? Однозначно понравилось, конечно, потому что смешанные бои, они сами по себе очень интересные, потому что эта дисциплина включает все, от борьбы до ударной техники. То есть здесь и ноги, и руки включены, и борцовская техника, поэтому это очень интересно. Ты на устал? Самом деле. Я устал, конечно, конечно, устал. Но это естественно. У нас результат. Три съемочных дня уже. Что тебе вот больше, ближе или больше понравилось? В чем ты бы хотел продолжить? Ну, больше единоборства по душе. Не кроссфит, это точно. Да. Но это, скажем так, это кроссфит, это дополнительное направление. На самом деле, ну, больше смешанные по душе. Продолжай работать и будешь доволен своими результатами. Ну, век живи, век учись. Да. То есть надо работать, да. Все будет хорошо. Давай, спасибо. Это был проект «Мотиватор». Пока.